Компания Kia объявила о начале продаж новой модели ProSeat, которая появится у российских дилеров 30 апреля. Kia ProSeat с оригинальным кузовом Shooting Brake становится не только флагманом всего семейства Seat, но и новым словом в сегменте компактных автомобилей. Модель представляет себе симбиоз эстетики спортивного купе, комфорт машины класса Gran Turismo, а также вместительность универсала. На нашем рынке автомобиль будет предложен в двух версиях. ProSeat GT Line оснащен турбированным двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 140 сил. Первую сотню такой автомобиль набирает за 9,4 секунды, а расход топлива в комбинированном цикле составляет 6,1 литра на сотню. Старшая версия GT комплектуется 200-сильным двигателем объемом 1,6 литра, который разгоняет автомобиль до сотни километров в час за 7,5 секунд. Расход топлива в комбинированном цикле 7 литров на сотню. Для обеих версий предложен 7-ступенчатый робот DCT с двумя сцеплениями. Привод исключительно передний. Помимо прочего, обе комплектации оснащены подрулевыми лепестками. Для адаптации в российских условиях дорожный просвет сделали равным 150 мм. Базовая версия новинки может похвастать 6 подушками безопасности, ассистентами экстренного торможения и старта на подъеме, а также системой контроля давления в шинах. Интерьер автомобиля имеет особую отделку. Сиденья оправлены в эксклюзивную комбинацию текстиля и эко-кожи. На приборной панели расположилась мультимедийная система с сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Начальная цена версии ProSeat GT Line составит 1 миллион 520 тысяч рублей, а 200-сильный ProSeat GT стоит без малого 2 миллиона рублей.